И у нас вторая часть помощи мигрантов в следующий день. Сейчас развозим детвору и поедем встретим еще одного подписчика с Украины, 23 годика. Пацанчик решился на переезд, а ты сидишь в 40 и думаешь, что тебе мешает, правда? Ладно, встретим, поселим, покажу вам, где будет жить. Называется «Встретил чувака». А там у нас тупик, выезжал задом, чтобы развернуться, и поймал Volkswagen. Ну, тут ему ничего. Тут, дивіться, старый вдертый с Volkswagen, если честно, то его подсветил. Ну, понятно, я. Не, ну, понятно. Это тоже, значит, скоро будет контент, что делать в ДТП, когда попадаешь в ДТП, что случается, и как вообще страховые тут действуют, и все остальное. Пока ждем, хозяин побежал где-то куда-то телефона домой, там за листиком, за телефоном. Мы пока ждем его. Я позвонил своему товарищу, сразу уточнил, что делается. Говорит, не переживай, просто пишется освещение. Там, где твои данные, данные страхового полиса, и все, можете типа разъезжаться. Посмотрим, как на самом деле. Все, приехала полиция. И, впрочем-то, у меня вообще ничего. Чуть-чуть. Где-то тут покоцал бампер. На фигня. А тут у чувака тоже только передний бампер. И номер немножко. Уже полиция сказала разъехаться, чтобы не мешали. Нам сказали, что нам уже мотать. Так, ну короче, итог. Не знал, сколько это все будет затягиваться. Позвонил парнишке, которого мы должны были встречать, говорю, ну или едь уже на адрес проживания, где будешь жить. А я когда справлюсь, то подъеду или подъезжай сюда. То он вызвал такси, подъехал. Полиция приехала, посмотрела на этого чувака, посмотрела на повреждения. Говорит, вы что, вообще офигели? Сами не могли разобраться, нафиг вы нас вызывали? Ну, а там чувак тоже, типа, первый раз, что-то там, давайте в суд там, или куда-то. Полиция говорит, да идите вы нафиг. Короче, выписали мне штраф. Не попросили, кстати, вообще ничего, этот номер полиции. Я боялся то, что у меня полис остался дома. Вызвонил знакомого, чтобы подъехал, подвез полис. А полиция его не требовала, все есть в базе. Вот такой вот мандат выглядит на 220 злотых. Не знаю за что. Ну, просто за ДТП, просто мандат заплатил, ему дали номер моего полиса и сказали, все, туда позвонишь, они типа разберутся. Так что пока ждем человечка. Наконец-то, кстати, не выходил хозяин квартиры на связь, был немножко занят. И уже вышел, говорит, что на сколько? 17.30. На 17.30. Подъедем, сейчас у нас 16.13. Дождемся человека, поедем кофе еще попьем, потом поедем его селить. Вот так селишь людей, еще и на 220 злотых попадаешь. Обидно. У Тани к вам, кстати, важное сообщение. До речі, всі, хто не підписаний на мій інстаграм-канал, підписуйтесь, будете знати про наше життя швидше і знати всі новини наші. І там уже був спойлер маленький, який в мене в інстаграмі. Хто не підписаний, швидко підпишіться і будете знати все першими. Все, встретили подписчика, подвезли под адрес. Сейчас хозяин докушает, подъедет, будем его селить. Покажу вам, как живут мигранты с Украины, в каких квартирках. Очень неплохая квартирка, прямо центр. Отсюда можно посмотреть на дом. Это каменица, да. С виду она не особо выглядит, ну, как и все старые домики в центре. Но там в серединке очень красиво. А пока ждем хозяина, есть время, расскажу вам еще немножко про ДТП. Как оно по-нормальному делается. Если машина может продолжать дальше сама ехать, то просто выписывается засвечение, пишешь такой-то, такой-то, описываешь, как это все было, и даешь номер своего полиса, и, ну, номер страховки, и дальше человек звонит либо в свою, либо в твою страховую, и ему это все оплачивают. Но этот еще там рассказывал, что он там большой правник какой-то, юрист, сам вызвал полицию, мы дождались полицию, полиция на него еще наорала, типа, какого хрена ты нас вызываешь, не могли, типа, сами разобраться.
посмотрели на это все, полис у меня не спросили, ничего не спросили, только дал карту побыта и права, и вот это же выписали мандат, штраф на 220 злотых, и все, распустили, ему дали номер моего полиса, его сразу можно пробить по Песелю, это же то, что я всем говорю, кто приезжает в Польшу, делайте себе Песель, это 5 минут работы, он вам пригодится во всем. И дали ему номер моего полиса, отпустили, задули еще на драгер, нету ли у него и у меня алкоголя, и все, уехали, отпустили. Вот так в ДТП тут легко попадать, но вы будьте аккуратны, не попадайте. А мы тогда ждем хозяина, сейчас он подъедет, и будем селить подписчика. Все, заселяем человечка, давайте покажу вам, вот тут главная дверь, и вот заходишь. Квартиру. Такой коридорчик. Заходишь сюда, там как раз подписывают договор. И вот такая вот кавалерочка. Большие окна, большие эти потолки. Вид с окна во дворик, самый центр. Тут часики. Этот диван. Я включил. Тут у нас кухонка такая, шкаф, полочки. Тут еще столик, ребята как раз подписывают. Тут у нас небольшой холодильничек. Полочки для посуды. Вытяжка небольшая. Небольшая товарочная поверхность. И вот тут такой туалетик. Причем достаточно большой. Тут у нас душик. Вот так все чистенько. Тут варочная поверхность, кстати. А, это не покоцано, это так и должно быть. Сейчас повесим, подпишем умову и будем ехать дальше по делам.